Всем привет! Мы решили заняться криминалом, да? Мы ничего не перепутали. И мы попали в игру Criminal Life. А, нет, неправильно. Creamy Life. Creamy Life 2. Заметьте, не 1, не 3, не 4, не 5, а Creamy Life 2. Очень интересная игрушка, это инди-гейм, так сказать. Кто не знает, что такое инди-гейм, это игры, да, как сказать, которые создавались в таком маленьком коллективе, и у них нет официального дистрибьютора, да. То есть, в основном, это такие маленькие, бесплатные игрушки, в основном. Вот, мы видим одну из них. Ну, в принципе, игра нормальная, графика нормальная, она сделана на движке GTA 5. Графика взята из GTA 5, вы сами видите, все то же самое. Мы играем, не знаю, что это за мужик, что это красное пятно? Мы играем за какого-то человека в пиджаке. Матрица. В чем суть игры, вы спросите меня? Да фиг его знает, скажу я вам. Я знаю, что здесь можно ходить. Опа, что-то случилось! Раздавили мента. Ну как же так? Взяли, убили мента и подарили нам оружие и деньги. Ага. Так, ну пошлите посмотрим, что же нам здесь доступно. Во-первых, как я понял, это наш дом. Вот так вот нас, мы умеем бегать, как кусок инвалида обоссанного. У нас есть свой мотоцикл и даже есть гараж. Пока я стрелять не буду. Пойдемте зайдем. Ух ты! Ох ты! Смотрите, за долю секунды я нашел бел-хак. Да, господа. Мы можем смотреть сквозь текстуры. На какой же молодец. Ладно, все, входим. Пойдемте посмотрим, что же нам доступно. А где оружие, мой пистолет? Где мой пистолет? Так. Это наша хата. Я ничего не вижу. Ну-ка, подождите. Опять мы можем смотреть сквозь стены. Откуда появилась кровать, но ее здесь нету. Так, я могу ссать? Нет, я не могу использовать предметы. Кстати, почему-то здесь нельзя бить рукой. Я не понимаю, почему. Странно. Но можно стрелять. Так, press F to pick up item. What? Стул? И... Так, а стол можно? Подождите, а тарелку? Ну, убери говно это. То есть это такая игра, в которой нельзя брать ничего, кроме стулья. Я видел одну такую игру, называется 12 стульев. Ну, вот мы видим по мотиву этой игры, создали это говно. Какой фиг, вообще не понимаю, смысл делать подъем стульев? Я не понимаю. Мы даже на него садиться не можем встать. Ну-ка, клади стул. А, вот, все. Но сесть мы на него не можем, да, как я понимаю? Хорошо. Вот такое, мы должны, наверное, должны обставлять наш дом, да? То есть, есть такие гибкие настройки, что мы можем даже поставить стулья на свое усмотрение и изменить весь, так сказать, интерьер. Хорошо, давайте немножко здесь интерьер поменяем. Так, давайте мы сейчас сделаем, чтобы нас... построим баррикаду, да? Вдруг на нас будут нападать. Опа. Баррикаду из стульев. Через эту баррикаду никто не пройдет. Вы не подумайте ничего такого плохого. Никто не пройдет. Стул на стул я ставить не могу. Здесь есть физика. Понимаете? Физика. Во! Все. Можно сыграть такую в игру. Это игра такая была у нас, по-моему, в садике. Да, в садике. Бралось определенное количество детей, 5 детей, например, и ставилось 4 стула. Дети прыгают, ну это у всех такое было, я само собой это понимаю. Дети бегают вокруг стула, одного пинают, и кто-то не попадает на стул. Все садятся, один не садится. Потом его ногами массово запинывают. Так, ну смотрим, у нас есть здесь плита. Так, раковина. И что? А для чего это сделали? Ну ладно, допустим. Это типа красный круг? Ох, подождите, я могу переодеть персонажа. Да, это очень весомый аргумент. О, а я могу сделать бича обосранного? Так, ну-ка, подождите. С красные шорты, да, и мокасины, давай красные. О, давай, красавчик.
Окей. Так, use Q on E ротары персонаж. Нет, не выход из игры, подожди. Как мне выйти отсюда? Вопрос маленький. Так, у меня одна проблема возникла. Это у нас информация, как выйти из этого сраного меню. Господи, мы навсегда остались здесь. Давай, ну отпустите меня, отпустите. О! Я каким-то образом выжил. Ну-ка, подождите. А, буква Ф. Значит, в этой игре буква Ф это назад. Ну ладно, мы сделаем свою миссию, заберем бомжа. Нифига здесь как много скинов, посмотри. Красные трусы и красные мокасины. И нажимаем на Ф. Все, теперь я все понял. Теперь я все знаю. Ой, а, мы подбираем на Ф и уходим, да? Все понятно. Теперь мы все знаем об этой игре. То есть я расставил стулья, переоделся, стулья появились на своих местах. Окей. Тогда вопрос. Зачем расставлять сраные стулья? Ну ладно, окей. Здесь мы ничего не можем сделать. Ну пойдемте, пойдемте дальше изучать мир. Опа, добавили звук открытия двери, и это прогресс. Ну, давайте тогда мы сразу... Там появилась машина, исчезла, серые дома. Сядем на мотоцикл и поедем. Опа! Это вам не хухры-мухры, это GTA 5! Уху-ху! Вау! Что, я не раздавил, да? О, ментовка. Пойдемте найдем где-нибудь оружие. Здравствуйте, господин. Сдохни, мразь! Что, оружие есть? А, есть оружие. Ну все, теперь мы... Криминальный авторитет. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Это очень-очень кровавая перестрелка, вы видите, да? Нас чуть не убили. У нас full HP, но нас чуть не убили. Почему-то после того, как мы убиваем любого персонажа... Ой! Кстати, я когда стреляю, я почему-то бегу вперед. Берем дробовик. Let's go. Отлично. Ох ты, господи! Это же страшное проклятие. Вертуховщина называется. Вы посмотрите, карусель. Господи, все. Вы видите, люди туда подходят и подыхают к этой карусели. На, мразь. Отойди от меня, говно. Это же карусель. На, сдохните. Вау. Все, лесгё, здесь можно бегать. Сколько много бабла. На что его тратить? Не знаю, я не знаю. Опа. У нас, видите, синяя полоска кончается, как я понял, это у нас броня. То есть мы потихонечку теряем. О, аптечки, смотрите, видите, там уже у нас прям под углом стоит у нас аптечка. Ну что же делать с этим проклятием? Вертуха! Да откуда вы, мутанты? Все, теперь мне отнимается ХП. На, чмо. Я боюсь подходить, меня убьет. А, все, смотрите, остановилось. Я остановил. Откуда вы лезете, дебилы тупые? Из машины? А, это, наверное, такая игра, откуда люди бесконечно выходят из машины. Да, я видел такие игры. Где-то еще был вход, пойдемте посмотрим, где-то было еще одно здание. А, видите, у нас еще эта полоска, видите, вверху справа, оранжевая, пошла в жопу, дура. Это у нас выносливость. Здесь даже есть выносливость, понимаете, да? Ну, в GTA 5, да, есть выносливость. Пойдемте, возьмем машинку и поехали найдем... Нет, мы не можем ехать, к сожалению. Ладно, машинка застряла. Возьмем другую машинку. Вон бежит ментяра. Мы не можем ехать, нас окружили. Ах ты тварь. А, видите, менты подыхают. О, сука. Это же сиамские близнецы, вы посмотрите. А здесь можно машину взрывать? А, видите, мужик сразу вышел, сдохни. Я не могу ехать ни в одной машине, господи Иисусе. Помогите. У меня 2 звезды. А что же будет, когда будут 3 звезды? Я, наверное, попаду в какое-то шоу. Опа! Нормально. Им бронежилет вообще не помогает. А, это, наверное, ментовка, да? Ну, давайте заценим ментовку. А где мое оружие? А, это не ментовка даже, смотрите. Skyrim. Реально, они прям предсказали игру Skyrim. Посмотрите на это.
Опять был хак. Я надеюсь, что меня за читы не забанят. Что это такое? О, оторвать, да? А, нет. Добро пожаловать в музей сарказма. Ну, let's go, посмотрим, что у нас здесь есть. Ваша длинная голова. Йо, посмотрите, реально, они предугадали многие игры. Это же кино! 300 спартанцев! Понятно, это ванга, это музей ванги. Все предугадали. Человек-паук. Да, господа, это тот самый Человек-паук. Я стесняюсь спросить, какого года игра? Creamy Life 2. Скайримчик наш любимый. Это Skyrim и Dark Soul. Не, Dark Soul немного по-другому. Это Skyrim больше всего. А что, я бегать не могу, что ли, здесь? Подождите, странно. Ладно, пойдемте посмотрим другие здания. Хорошее здание. Ни одного человека. То есть здание тупо заброшено, как я понял, да? Здесь никому ничего делать не надо. Какие-то ящики стоят. Ох ты, как... Я не хочу это видеть. Ладно, все, пошлите отсюда. Оружие у меня будет? Оружие у меня не будет. У них будет, а у меня не будет. Садись, братюня. Чуть не убили. Сдохните. Ладно, let's go, поищем дальше здание. А где музыка-то? Подождите. Где музыка? А, у машины есть ХП, смотрите, да, внизу, справа. О! Это покраска. Смотрите, Paint Jobs. Ну давай им Paint Jobs. Paint Jobs, давай. Paint Jobs. Все, машина рванет. Все. Мы погибли страшной смертью. Взорвалась машина, которую красили. Paint Job. Нифига тут бабла. О, нехило, нехило. Ну хотя бы за нами никто не следит, за нами погони нету, кучи бабла и оружия, да? То есть я не знаю, зачем в этой игре придумали читы. Здесь, кстати, есть чит, смотрите, нажимаем F1. Есть читы. Так, вот они. Чит. Golden. King of Monkey. О. Full, это полное здоровье, броня и бабло. Spawn Hammer. Давайте вот это говно можно ввести? Нет, большое название. О, Рэмбо. Невергеркир. Короче, говно полное. Фу, уберите от меня это дерьмо. Я хочу посмотреть еще какие-нибудь здания и понять, куда вообще можно тратить деньги. Подожди. Блин, видите, я выстрелил, да, менты за мной побежали. Это не есть хорошо. Кстати, в этой игре 8 видов оружия. 8 видов оружия. Опа! Опа, перестрелка! Перестрелка, криминал! Криминал! Лайф! Ладно, пошлите в жопу. Поехали отсюда. Вау! Видали, какая здесь крутая полоса скорости? Офигеть, датчик. Вау! Так, где-то это библиотека. Ой, музей. Хотя я думал, что это ментовка. О, смотрите, машинка какая уматная. Мужик взяли, побежался и убился. О, как вас здесь много. Перестрелка, перестрелка. Ну-ка, поехали. О, какой реалистичный огонь. Ну ладно, ничего страшного. Это тот самый район, который был в GTA 3. Хотя здесь ничего общего с GTA 3 нету, здесь GTA 5. Так, ну и чё, где еще дома? Покажите мне, где вход? О, мы можем смотреть с другой стороны. О! А, я могу звездочки скидывать. Прикиньте, реально. Опа. Let's go, let's go. Так, сбросили мы одну звездочку. Ну, дайте еще. О, домик. Так, так. Это моя тема. Ах ты, мразь. Опять брейкданс. Так, уходим. А, это полиция. Да, правильно. Лучший вариант пойти сразу в полицию без оружия. Кстати, у меня ХП восстанавливается. Эй, мужик, помогите мне! Нет, я их бить не могу, кстати, заметьте. Я бегать не могу. Они в стенку стреляют. Косые уроды. Помогите! Я могу взять стул. Стул и полбу им дать. Сдохни, сдохни! Сдохни! Я люблю стулом.
Ладно, не получилось на стул, зато теперь за нами никто не гонится. Кстати, смотрите, нас там убили, при этом мы зареспавнились прямо рядом с этим зданием. А зачем вообще это здание? Полицейский департамент. Я не могу открывать двери, да? Я ничего не могу делать. Подождите, странно. Решетка. Эй, мужичок с гармошкой. Нет, пошлите отсюда, здесь конченное место. Опять же, нам нужно понять, куда тратить деньги. Здесь денег просто море. Просто так? Смысла нету. Давайте мы не будем гонять машину, потому что за нами тогда менты погонятся, и мы нормально ничего не сделаем. Какая большая карта, вы посмотрите. Тот самый автобус, который был в начале. Какая огромная карта. Да, да. Let's go, прокатимся. Так, а менты меня не запалили, я понимаю. Покраситься я могу, давайте покрасим наш автобус. А, он влезет, да, автобус влезает. Ну давайте, красься. И чё? А, ну это норма, вы сами понимаете, это норма. То есть получается он и открытый, и закрытый одновременно, да? Ну и чё? И краситься будет? Нет? Все, видимо, автобус нас покрасился. Что, извините меня? А, все. Я уже испугался, что мы автобус просрали. А сигнал есть? Ну-ка, подождите. Давайте мы глянем. Огромный ассортимент управления. Огромный просто. Ага, так, акселератор. Это я знаю. Два раза, если нажать. Потом брейк. Интер. Войти в машину. Нет, больше ничего здесь нету. А вот, чит, скриншот. Все понятно, говно, поехали. Наша задача найти еще один вход. Мы должны развивать криминал, понимаете? Я ничего не сделал. Спокойно, это не я. Да дай проехать, дура. Если машина врезается, то вы уже ехать не можете, все. Происходит баг. Баг. Сзади машины какой-то пердеж. О, какая крутая карта. Кстати, я где-то здесь находил катер. О, у нас здесь есть лодка. Вы, наверное, думаете, что лодка не работает. Опа. Нет, вы ошиблись. Let's go. Давайте мы сейчас быстренько доедем до тех гор и посмотрим, что там. Я вообще еду? Да, я еду. Ой. Я немного заблудился, подождите. У нас здесь есть карта, насколько я знаю, но почему-то я не вижу себя. Это мелочь, окей. Где я? Помогите. Ну давай, где? Где чё? Куда я еду? Я обратно же еду. Все. Это самое страшное, что может произойти в этой игре. Это заблудиться. Я же как Иисус, я хожу, почти по воде хожу. Посмотрите на это. Боль. Ну ладно, давайте на этой веселой ноте мы с вами попрощаемся. Довольно интересная игра. Кстати, есть еще Creamy Life 3. Как ни странно, да? Интересно будет узнать, а что же там нового? Это мы узнаем, наверное, скорее всего, в следующем видео. Боль. Ладно, все, всем спасибо за просмотр, всем пока.